На минувшей неделе в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 11 по Краснодарскому краю, расположенной в Славянске на Кубани, прошел День открытых дверей для налогоплательщиков. Подобное мероприятие в этот же день состоялось и в инспекции станицы Полтавской Красноармейского района. Одна из главных задач, которую ставят перед собой работники налоговой службы, это повышение налоговой грамотности населения. Инспектора в этот день оказывали помощь в заполнении документов всем желающим. Подробности в следующем материале выпуска. Уплата налогов, в том числе и налога на доходы физических лиц, занимает одно из важных мест среди гражданских обязанностей. Уже стартовала декларационная кампания 2014. До 30 апреля отчитаться о своих доходах за 2013 год обязаны индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, граждане, получившие доход от продажи имущества и многие другие. В день открытых дверей всем пришедшим налогоплательщикам объяснили, как правильно заполнять документ формы 3 НДФЛ, а также консультировали по различным вопросам. По мнению работников налоговой службы, отчитываясь о своем доходе, можно обеспечить себе счастливую и благополучную жизнь в нашей стране. Подавая декларацию и своевременно уплачивая налог на доходы физических лиц, вы вносите свой вклад в наполнение бюджетов разных уровней. А это, в свою очередь, гарант выполнения государством экономических и социальных обязательств. Обеспечение населения бесплатной медициной и образованием, реализация социальных программ. Все это зависит от добросовестности налогоплательщиков. Такие мероприятия вызывают явный интерес у граждан. В здании налоговой инспекции в этот день было особенно многолюдно. Налогоплательщики обращались с различными проблемами. В основном они касались продажи или покупки жилья. Налоговые инспекторы старались помочь всем в заполнении документов. Конечно, огромное спасибо работникам. Очень помогли, потому что сама бы я этого ничего не сделала. Вот они буквально во всем помогли. Я писала, можно сказать, с их слов, потому что у нас в этом плане мы не очень разбираемся, что там надо, как там. Молодцы, я очень довольна. Спасибо большое за все. Узнал о том, что сегодня день открытых дверей в налоговую инспекцию. Решил воспользоваться. У меня как раз вопрос о налоговом вычету при покупке квартиры. Пришел сюда, встретили очень хорошо, как говорится, под белые рученьки, заполнил декларацию. Я очень доволен вниманием и отношением. Спасибо большое сотрудникам. Такие акции проводятся уже третий год и будут продолжаться в дальнейшем. Как показывает опыт прошлых лет, люди с удовольствием и интересом посещают такие мероприятия. Тина Копачевская, Михаил Варгулев, программа «События».